попал, все нормально. Один к одному. Ну, да, 750 голды получил. Тут дело не в количестве, а то, что он один к одному. Ну, лоха какого-то нашел. Почему я ему кристаллы пропасти продал? За 75 за штуку. А, я понял. При людях-то так это... И не говори. Да потом кристаллы пропасти будут 30 стоить. Так я хочу, чтобы они 30 стоили. А, я понял, блять. И ни себе, ни людям. Кольцо обильное, кому необходимо? Я их скуплю все, а потом обратно. Откуда? Вальки, с РПБ агильно он имеет. Ну я плюс один. Ой, я понял. Шея нужна? Шея нет. Ладно, тогда спешу друг в флот нужен. Мёртвый валяется. Ну, Мурлокос успекает. Шкаф с Мон. Нет какой-то, видишь? Сегодня багруха по-любому упадет. Не упадет. Да сейчас я ее заберу. Там же шея, блядь, с этого. Сейчас щит выпадет, блядь. Не плачьте. С квеста на Келли? Да. Так она же с меткостью. Там крит меткость или хаст? Вроде крит меткость. Заломаныч, сядь пожри, а. Там пробивка. На полу все вывелаш. Пробивка мастерства. Это герб. И поджог. И защиту от страха. Лут убить. Пак там подвигали. Тени 5 секунд. Притон выносит. Отбежали правее. Отбежали правее. Пак там подвигали. Тени 3 секунды. Стелси неси. Стелси неси. Блять, куда теперь отбегать? Пиздец нахуй. Ну, надо тебе молиться, чтобы на какую-нибудь паладина прокнул бабу на. Или на рогу. Или на рогу. В рей. Глыбой вроде может скинуть, нет? Так больше не делай, слушай. На первую взлетку, Леха, с тебя масок. Сейчас вот здесь с левой стороны. А лужа пропадет. Должна пропасть. Если что, туда. Да, пропадай. Тени 5 секунд. Готовьтесь, войд выезжать оружие. Можно было. Отлично. Блять, ну сработай, нахуй. Сдала ма. Давай, Леха. А, блядь, гим. Джук. Гим, дайте. Вань, дай гим. Подхиливаемся. Я кусал просто. А, все, окей. Да я ничего даже. Зависку. Слагала.
Лагает. Подвигались. Бегаем. Да? Шалфированность. Фактом подвигались. Тени 2 секунды. Укушу холидрин. Урге. Кости не трогайте. Кого? Кости не трогайте. Кость? Он самых обладает. Нихуя себе, меня укусили! Нихуя себе! Фак. Ну все, тебе осталось только тебе. Тени 5. Подвигались, пак. Тени 2. Брейвенность. Защиту от страха обновите. Хорошая идея. Войт, сейчас на эту сдашь массакру. Набрали ренжу, тебя подхиливают. Гим дам. Долгим. Блять, мордаун, ты его. Шо, водикона? Ты просто меня убил, мордаун. Че? Ну, блять, ну я че, блядь, должен бегать, что ли, от вас всех, блин. Я, блядь, бегу туда. Не буду говорить ничего по таланту. Да, дайте какой-нибудь. Сейчас, не да. Говори. Дают. Ушу, в рая. Сбегаемся, Асен. А как я должен передать вкус, мне интересно? Отбежи в субсплайн. А бегите со стены, со стены, бегите, кто-то без укуса. Кусай, к тебе подошли. Нормально. Ты есть чё кусай? Бать, 10 таргетов нахуй протыкал. На блатаже. А убейте их, они сейчас нас разъебут. Кусты. Беру, дай. Геру. Бичи, чё сказать? Дона кто-то укусил. Ладно, проверка на бичей. Бить Дона укусить. Хорошая, кстати, проверка. Я же сказал, багруха, не хуй. Багруха! Кто там ее хочет? Это кто там ванга, блять? Я бы шаманом зашел, блядь. Сейчас еще выпадет. Вообще, типа, вообще этот, там Рома очень сильно багруху хотел. Рома нет. Не буду забирать никого ничего. Ладно, не буду. Так уж и быть. Не, я мог ее взять? Ну-ка, забежишь, ладно. Хорошее. Еще туда не забрал бы. Гнездо бы. Вау, 750 я не забрал. Я лицит. Как же фришно это просто. О, я понял. Ты понял? Я понял. Ну ты не сказал персонажей, так что гуляй. Но он мне как бы не нужен. Тогда поди. Я тыкаю консул. Т-10-3 типа апнуть на время. А, нет, я полтал уже шею тут. Т10 токен по этому, по ЕПГП. Ну я потому и тыкнул консул, типа, я за ГП ее брать не буду. Там маленький, маленькие статы, типа. Но не надо тогда. Странно, Т10 можно было бы по консулу. Ну мне типа 71-ю на 77-ю поменять каску с Т5. Т10-3? А и год пишет, возьмет. Мурлокос, будешь брать за ГП? Печенье. Мурлокос нет. Ну а и год получается только берет. Красава. Это Макс слабый, раньше помнишь, за ГП брал, а тут вот это. Ну просто вышел в строй. Даже здесь только печень. Т-4-3. А, 4-3, который. Вот это сейчас какая? Это Т-4-3. Тут ты, блин. Я отказ нажал. Че, надо кому? Какая? А, которая роговская. Тебе. Я отойду, но... Ну, кроме меня. Пока трэш бьют, я отойду, ладно. Ну там мой год забрал за. Но он, типа, мне забрал? Дальше в хиле оставаться?
Нет, иди в сове обратно. В смысле, чем? Хорошо. Подумал, не вижу смысла. Ну там Синдра дальше, как бы она этому не помешает. В Синдре-то можно спекать. Ох, то было паладина по факту бы. А, ну да. Ну, так, я вдруг... Ой, это, не проеби меня, пожалуйста, с тобой вступил, сейчас пойду в бил. Проеби его, пожалуйста, проеби его. А ты добил, только не кидайте ГП. Сколько ГП за багруху? А, 50? Да. Он обычно... Нихуя себе. Он отошел без уважения, сука, да? Пожалуйста. Да я не отходил никуда. Пожалуйста, дай посрать сходить людям. Аккуратнее с выражением, сейчас из рейда выйдет. Тут надо уметь. Главное, что по макроне. Это тебе не ложный символ, он наложный. Это тебе не то, блядь, в натуре. Там спина надо кому-то? Мэтфокс тоже. Ой, блядь, любитель ДМБ проснулся. Да просто Слава каждый день на квартиры походу. Ты что, ДМБ не смотрел, блядь? Тебе 30 лет, и ты не смотрел ДМБ? Ты серьезно? О, жизни зря. Посмотри, еще скажи, плюс 100-500 не смотрел. Это прям, ну, прикольный фильм. Я тебя понял. Это, говорит, для лохов тип, который смотрит видосы про Иисусию тряпку нашу. Так-то Иисусию тряпку, по-моему, показали там. Кстати, Костя, ты говорил, что есть еще Иисусия девка? А кто МВП Ханту уступит? Кто уступит место на Сендру? Я могу уступить. Сендру? Да, блядь, иди нахуй. Я могу уступить. Короче, я могу уступить. Это, я могу уступить. Меня зайдет там... Тёма, в рейс, слышишь? Вместо меня зайдет. Я милик все равно на Сендре. Ну... Но сегодня не будут выступать. Вот урги можно поменять. Блядь, что за хуйня? А что произошло-то? Кто там был? Кто сука, зашел? Хукмастер. Это я сделал. Кто там еще был? Да. Химкалин. Ой, блядь. Химкалин. Мардаун зашел. Они первые там стояли. Я не видел, кто туда дальше зашел. Да, Мардаун. Сейчас так хорошо идем, вы хуйней страдаете. Плюс минус 5 минут. Да ты видео запишешь, по видео глянем. Да я говорю, я там зашел, я приганул, там сказал, что... Скажи, кто еще с тобой там стоит? Да я думаю, тебе видел, а сразу улетел на блинке. Не бьем, падаем. Падать? Тут же скрытых камер нету в ссылке. Надо назначить людей, значит. Да, надо попросить, чтобы камеры... Чтобы отыгрывали за камеру. Забей, я забыл просто, что там такая хуйня есть. Видел нахуй, что я, бля, сагрил. Вот скажи, вот кто сказал хукмастер? Я сказал. Ну, бля. Вы там бегали втроем. Уверен, нахуй, да, нахуй, да, нахуй, да, вот. Я сказал, вы там бегали втроем. Да я говорю, я забежал в комнату, вижу, вы бьете этих бичей, вспоминаю, что хуйня, улетаю на блинке, все. Все, что было. Ты их подставил, да? Вот сука, вот нахуй, если нахуй на стол не уверен, мозги ты лучше заебать. Нахуй я это делать я вот. Да все хорошо, может, я сказал, что... В общем, уже этот базар... Да я ебал нахуй. Ну, видимо, я один виноват, но хуй делать. Но... Че с трагедией, господи? Просто там было три человека, как бы, ну и кто-то из них. Вот, один сознался. Ну я сказал, что я влетел туда, вспомнил, что я все. Ага. Вы же встали. Да, сейчас шкаф поставим.
давайте там кто лежит, кто не рестнулся. Сейчас не страшно. Валик нет. Что, фласку на леча попросить? Хуя себе. За 25 гп. Фласка за 25 гп. За 25 гп? А вклад 2к это что? Я с аукциона достану, буду за гп раздавать. На ваши килей джайную у меня свои есть. Лол, окей. А джайну сегодня убивать будем? И на карася раздаются. Идите, блядь. На карася сопроты. Ну, я тогда на лече попрошу. Ну, я имею в виду... Можно мне будет присмотреть? На одну целкального не... Продакс, ты там встаешь, не? Сегодня суман будет или я сам добегу? Учитывая, что я уже две свои два человека суманец стоит. Ножками. А я и так ножками уже почти добежал. Ну да. Бля, смотрю, думаю, что за 750 дэн? Забыл, что такое выполнить. Ну там же лут не дают. А сколько сейчас алицит стоит? Алицит это желтый? Желтый. 3000 вроде. Ну да, он за 2000 точно стоит. Смотрю, сейчас аукцион 1200. Аукционатор ваш пизди. Да, за 1500 не смог продать. Не, он просто обновляется. Ну а чё, танки где? Подавление сыграли. Чё-то с ДС носу. Всем привет. Здорово. Здорово. Вечер добрый. Бля, Валдырна идёт. Глора с леча кому-то нужна? Свечка. Да, да, мне нужна. Именно тот, кто будет носить ее, а не то, что трансмоги, ну, блядь. Ну, потестись, возьму. Блядь. На лока? На лока? А что такого, мастерка себе нужна? Ты видел лучше? Я сейчас серьезно спрашиваю, вы хуйней страдаете, блядь. Да нет никому. А кто хочет по лототе? Да вроде никому, но это не нужно. Мне кажется, ты шему можешь по лототе. Я не... Джандис, не, никто не хочет, но найди себе замену. В принципе, получается свободная. Ну, если есть место, я готов залететь, дедушка. Там Джандис спрашивает, он хочет гору. Ну, у нас три Аршама, можно одного кого-то будет. Хило, блять, не спекли, да. Нахуй. Там только двум из ним надо проходки. Кому, у стелса есть, у бидона есть? А, у стелса, да, есть. Тарсминогу надо. Вы взяли бы быстро там, этого леча убить, а не одно тело в пол, типа, ложить, там, если продавать что-то. Где кому-то что-то надо, с леча. Не-не-не, ты не понял, там Рома хочет. А, Рома хочет Глору. А-а-а, ну тогда, да. На ретрика. Подавление до ФС про. Да я хочу себе. Да я хочу себе. Я могу уступить себе. Угу. А кто будет ебашить? Что? Я милик. И что? Ты на кто будет ебашить? Синдру? На роге?
Так про Лича речь идет, какая Синдра? Сейчас про Лича идет. Я про Синдру, Лича, конечно, не уступлю. Но... Про Синдру он Урги сказал уступит. Они же, он же сказал поменять. Да куда? Он же сказал, что не уступит на Лича. Не, Лича не дам. Да. Я еще сейчас всех больше тут тебя одену на удачу и так далее. Бля, там я буду. Бля, прикинь, если ты реально уступишь слот, и тупо даггер упадет. Он два. Он вас проклянет просто. Я просто могу удалить без всяких запар. Сдам хила, ёпта, буду ходить во льду. Фармить волонир. Давай, Сяджу, это, я куплю сейчас БС Роги и вместо тебя зайду. И два падает. Не зайдешь же в 25 хп. А в Геру есть? Нужна проходка, нет? Нет, вроде Геру не нужна. Геру не нужна. Вроде обычка нужна, нет? Нет. Там вообще похуёво. Лол. Взломан, если ещё проходка нужна. Чего? Это взломан. Для взломан надо проходка, да, и в РС-ку гир. И в БС надо еще. В РС гир там какая проходка? Ссылка 25 оп. Ссылка 25 оп. Давай, Слава, хиль ту Синдру, хиль ту дракона дох. А в БС-ку нужна проходка с хэмэ, да? Подавление справа. Гош, давай гимн, наверное. В БС-ку нужно 25 гир. Ну давай, ставь тотем. Делать в БС-ку надо проходку 25 об 25 гера. Да, о, блять, две ачивы. А две ачивы, а два лича, да. Гера и оп. Ладно. Нет, рома тут так далеко. Мы сейчас захилиться. А захилиться нихуя. Я излечилась, Изера, дай мне силы покойся. Ты чё там вообще мордаун? Поехал кухонь. Забей. Всё, типа, шарики за ролики. Латы. Шарики за ролики заехал. Лат, это АДКшные, блядь, раньше избавление были. Избавление от кошмаров там. Избавление от кошмаров героическое, я ебал. А тебе оно надо? А, не знаю. Нам нахуй это надо, ему тебе не надо. Наверное. Типа духовное. Ну, тебе надо это. Как его зовут? Который забрал Шалфир. Да, а, тебе шалфировское надо. Тема, ты. А кто хочет еще? Хуяси. Этот сам. Куда мне не надо, если там кому-то еще надо. Тема, ты ПМ прочитал, что я тебе писал? Я дочитывал, но, возможно, что-то потерял. Ну, посмотри. Ты про это? Там ему рассказ, да, да, да. Про ТБЛ, то, что мне мозги выносило? Да. Ну, забирай. Да я не заберу его. Ну, так тем более, что ты мне тогда пишешь? Сплетничает. Да, обсуждаем, как Роги не дамажит. Без даггеров, без даггеров. Смешного, я вас, кстати, в строчках не видел. В details. Вот это Москва, вдруг было. Продакт, сколько у тебя? Я, наверное, сюда ставлю камень на стамин, да? Сколько? Да, прям сильный полиронин. Ну, так быть. Говорил. Чё, все? Камень на стамин — это тема. Угу. Это сильно будет. Мардаун. А, да, бегу. Айгот. Сколько суфи дал? Все, заходим. Да я столько же даю. Сейчас заходим. Новенькие я сегодня. Новенькие купил. Добрались сегодня. Это странно. Заявки в гильдию не наполняю, ну ничего не пишется, а люди появляются, блять. Ну, через общий чат, потому что набрали. Объяснение в форме, да? Пиздец, как-то. Там кто-то же писал заявку, а Мидамар какой-то, по-моему. Ну я вот и есть, писал вам как-то. Что-то не взяли, сегодня взяли с ЛФГ. Получается, прорвался?
потом. Я мурлокоста лесну потом. Так смачно курить, блядь. Вставай, Вакс. Ой, блин. Блядь. Ну, один человек в мут. Где ты? Это что за звуки? Это человек курит. Иди сюда. Это курит человек. Прям в микрофон. Какие звуки? Куда вы убежали? Нахуя оно мне сейчас? О. Вот сюда, буешечка. На славке. Рейтинг скорости на 120. Что? Угу. Ну, вообще-то дайте, кольцо. Дайте кольцо это вообще бисовое, по-моему. Витя, ППШ. Хорошая. Ой, блядь. Витя, ППШ? Да я за это прочитал заметку. В гильдии просто. А почему? А почему ППШ? Потому что кусака. Светуйте, какую заметку вообще? Тебе нормальная заметка стояла, я понимаю. Я хуй знаю. Витя, ППШ и все, окей. Так и запишем. Можешь вонишь покинуть тело. Кстати, Седжу, реально. Центр. Ванеш. Все. А то хрёвно. Прикинь, такое кольцо бы было 277-е. На удачу, которое? Нет, Эберда странного. Забей. Было бы охуенно. Просто с проком. Так некоторые шеи, вот я посмотрел, шея с новолуния, МДДшная, она по статам практически как героическая среди. То есть, ну, будет тебе такое кольцо, когда ТТГ ап? Да. Ну да, ТТГшная бисовая. Блять, это, кстати, придется. Это, кстати, придется, блядь, Толгород нахуй фармить. Его апнут еще, блядь, через полгода только нахуй. Ну да. Не, смотри, до 271 могут апнуть. Я имею в виду не шмотки из тюрьмы, а именно за репу-то. За репу-то сейчас 258. Ну да, могут апнуть на один грейд. А потом 7 месяцев шмотки апают, да? А потом отдельно будут ТТГ. Мне кажется, вот эти шмотки уже, которые за репу, там их давно пора уже их хапать. Ну. За репу? И по идее, да. Скоро должна выйти ульда десятка хм. Не скоро. А не ЗСОка сначала хм будет? Нет. Нет, сначала ульда, потом по, ну, десятка. По уровню шмота, если как они теперь делают, то выйдет ульда 10 хм. Куда вы уходите, еще маленькие? Потом за СОках. Потому что там с обычного вида, короче, 277 шмот, а с гер сложности боссов 284. И Войт такой, знаешь, когда в ульду приходит такой, вы пытались меня победить? И куда это вас привело? Снова ко мне. Вы пытались не пойти в льду? Будете еще умолять, возьмите в льду, нахуй. Да, да, да. Справедливость восторжествует, как говорится, нахуй. Вой потом откроет эти все видео там, где кто ходил в льду, и такой, ну, я вас запомнил. Так, нахуй, записываем уже, уже не карандашом, а фломастером, да? Ручки обрисовываем. Да. Стикеры клеим. Ну, смотрим ДПС. Сейчас, видите, трэш зачистить. Пожалуй, вернусь. Так, Шалфир 94, 128, 120, 98. Так. Конус один был только. Кукмастер 130, 129. Давай, давай, давай. 23. Ну, мне 120 показывает. Полиции 7 кукмастер что показывает. А сколько лучше у меня? Бы столько в босса выдали, а? Юля ШМ, да, доделали. Да. Еще на 40 я последний осколок выпал.
Это типа все уже, типа его можно будет просто сделать? Ну да. Или там еще квесты какие-то? Нет, ей осталось сдать. И получить, по, и получить палку. После Синдры пусть сдает, наверное. Ну, она так и хочет. И на Личе по ДДШ, правильно. Куда их? Куда этих хватит? Почему по ДДШ? По танчу. Блять, может тоже... Плюшки получают. Может тоже сделать... Может тоже, нахуй, начать играть танком, нахуй, чтоб шейм сделать? Танки, может, играть? Нет, ты сделай себе Ршану и башню ВХ. Волонир? А, ВХ? Это Волонир. Сначала Волонир, а потом ВХ, блять. А потом ВХ, да, да, два, все, нахуй. Спекнись, потом спекнись в НХ. И получи пизды от этой гильдии, блядь. И можно мужики надо шеем, да? Да в целом только... тебя заскринят, тебя забанят уже. Похуй, что нельзя носить топор на венхе, но, блядь, надо. Или можно? Да можно. 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 А, подожди, шеемы ж не носят. Нет, именно шеем они не могут носить. Да, они ж не могут. Там на классы. Да. Просто квесты этого нет. Там же классовая хуйня там. Блин. Нечестно, не справедливо. А так было бы прикольно, прикинь, ты легендарки собрать, нахуй. Давай, давай. Ну, это, по- ну потом, когда этот, когда... Когда они... Ну, если бы ты без них давал 10 тысяч ДПС, если... то да, наверное, можно было бы. Если Иллидана все-таки добавят, будешь собирать эти... Так, одинотки тоже шаманы не носят. А, одинотки... Это ж мечи, почему не? А, блин, там может тоже по квесту будет. Кстати, они классовые войны итоги. Азенотки будут собираться, кстати, не целая азенотка тебе будет падать, да, как классик БК, а осколки, типа там, чтобы собрать одну азенотку, тебе нужно две части азенотки. Вот так вот. Мне кажется, они как-то логично сделают. Да и вряд ли это азенотки будут. Нет, ну именно азенотки будут. Просто скин азеноток будет, но... Нет, именно азенотка будет. Ну только... Опять так сгорит азенотки фармить тогда. Там в файлах игры она лежит, блять, уже хуй знает сколько, блять. Какая разница, что там в файлах игры лежит? Ну, блядь, ну, а смысл тогда не следить, чтобы не следить? Не, ну, следить, а да, ШМ тоже лежит в файлах игры, если но мутиком да, что да, делать да. С мечами, лол. Так это вот, блядь, будет ваша легендарка, нахуй. Ну, хз, вроде. Я не понял, я в этом спеке не ношу мечи. Ну, тебе тут Т6 сделают, что ты будешь мечи носить. Я просто... Ну, то если так, то да. Да, браво. Я просто не знаю, типа, ну, на классик ВК роги во всех спеках, по-моему. Это классик БК, это версия 2. Я надеюсь, Т6 сделают, что мутиков нахуй. А продакт ставь портал. Не, раньше... Почти полгода назад мутиков было жестко, это 6. А тут нужны саппроты или нет? Да, если, да, лучше стоит выпить один саппротик. Саппрот, да? Стоит портал, Себастьян, делайте. И тут будет этот 6 меток. 1, 2, 3, 4, 5, да, 6 меток. Такси. Росминог, ты куда съебал? А, я саппорт взять в банке. Или чё, или не надо? Артём, давай. Спасибо, бы я подал. Да у нас просто выдают. А. А, выдают? Да, это шкаф. Шкаф. А где? Всё, просто хлебаю. Не-не-не-не-не. Твой... Что, два таксиста в рейде? Где это? Я уже рыбу холодил. Ставьте двери. Где Солярис, блять? Хюндай? Он там. Нет, ёпты, короче... солярий, который. Не-не, он там дверь, короче, в стене. Открываешь ее и попадаешь к солярису. Солярис? Это не солярис. Мардам тоже. Это Ламборгини. Блять, вы меня когда-нибудь убьете всеми шутками. Игрушечно. Ну как ты усываешься там туда? Недолго до смерти. Сейчас, так, так. Кого дать? Или для вечной жизни. По лицу дай. Эликсир вечной жизни, что? Угу, по лицу. Я буду драться на... Заломаныч, Стелси, Асена. Дать тебе поешь, блять, да? Блять, он же... Стелси, тебе особое наш... приглашение? Да-да-да-да-да, ну как ты говорил. Угу. Окей, спасибо. Что начинаю? Костя, сопротик есть? Есть. Тут где-то. Падение. Дайте, короче, пожалуйста. Крачалия. Дадите синдром. Чего, Лёха, сопротик? Нет. Ой, это же один должок отдаю. Птеродактиль летит.
Один буду должен еще. Mm-hmm. Ближе подходите. Лёха, массакру. Вот освобожинку не хлопайте. Метки стали попадать. Фул составом. Ух, как близко. Ух, креативно она закинула вот это вот. Ох, не успели. На. Бьем, бьем. Крайнюю бьем. Центральную. Не разбейте. Как-то не разбейте. Бьем, разбивайте Глеба. Глеба. Ахилла, Настя, твоя. Росьминог, вставалка. Дайте пистолет. Mm. Лапку, каску при собах обновите. Да, да, уже. А что, после глыбы припот откатывается? Да. Да, там же комбо снимается с тебя. Я понял. Беги, малышка, беги! Ой, дай массакру. Молодец. Зачем не прогнуться про систему? Да чтоб не дохли лишний раз. А, спасет от этого высвобожденки. Пройди дальше. Войт Лингрен, Айгот, Заломан. Близко. Далеко справа там это. Так, там еще одна. Охуенно. Ну от глыбы, наверное, щель, сдох. Щель нашел. Все щели были целые только что. Ну, надо здесь разбили. Как по-другому умереть. Захильте рейд на фул, пожалуйста. Там смешненько. Он. Метки уже. Я в центре вынесу по танку. Слева. Центр. И четвертое.
Ханю право бьем. Я бью. Раз... Быстрее, глыбы, доиграть. Центральное, справа. Выдыхаюсь, блядь. Есть БР? Телси, вставай. Владикон, БР не... Подожди, она... Кого? Хеджу. Телси, вставал. А, Морлокот, Телси. Спасибо. Хант. Вышли, вышли, милики, вышли. Вышли. Одна секунда, вот. И харе не стакаем больше, не взрываем. Не хлопайте сейчас, я гим даю на хп. Разбивайте глыбу. Амур... Стелсы, блядь, где на? Вадикон, вы нашли. Ушли, ушли. Я хуею, вы во время боя отходите, пиздец. Притяжка будет не бить. До половины подбейте и стопните. Беги, малышка, беги. Вот она протяг. Разбавьте меня. Подходите. Подожди. Разбиваем. Мурлокос, выноси. Отойдите, мили. Разбили, будь. Блять, танка не прибите. Я помогать подхиливать буду. Селфи, за такой тоже можно ГП дать. Войт, выноси. Хлоп, блять, хлоп. Вынести сложно. Да нету, Вань, дай гимн на хп. Спасибо. Так, как хлопает это нещадно-то. А продакт выносит. Со стрей до нее не выносит. Войт выносит. Притяжка будет. Притяжка ждем. Сейчас до половины подбили и стопнули. Танков там страхуйте. Беги, малышка, беги! Ваш, да? Разбили, Седжу выносили. Класс, кулап. Милики отошли. Понял. Разбили. Мардаун выноси. А я год выноси. Заломанность. Заломанность. Притяжка будет. До половины подбили. И стоп. Геру стопнули, убиваем. Стоп. Да, Геру в сторону. Какую-то глыбу разбить. В сторону. Опа, на все бабки ебашь. Я 8 стаков сделал, сейчас шотнет нахуй. Это нормально, что мне освобожденка раз 7 прокнуло, блять, или сколько? Да, любимчик. Ты видишь мой ДПС? Я выходил из нее и сразу же в нее, блядь, заходил. В ту же секунду. Так работает. Да, это нормально. У меня вопрос, а ТБЛ вообще нахуй существует в этой игре, блядь? Да, он у Лингрена спроси. Нету, блядь, сколько мы хуй его нету. Тебе после ЦЛК в личку линканет его. Да я знаю, что он у него есть, но я его еще не видел, чтобы он падал. Видел он только обувский. Он один раз только в гере упал. Нормально, да? Я видел только вот этот нахуй, который у меня, и иди, все. Иди, Юля, делай. Ну, сложно ли что, нужно быстрее закрывать. Чтобы... Я освобожу. Рома, плюсы.
Кстати, кто тоже... Ну, упала, напала меня. Так он хилить будет. Ну, Ека убери. Так я тебе говорю, у нас три эрш... У нас... У него есть проходка. Так у нас три эршама, блядь. Алло. Вместо хокма... Всё. Да, у Ека есть. Охули. Стелси можно убрать. Вместо хокмастера. Не знаю, мы тут дамаг свечим. Давайте, купите гон, еще раз туда. Ну, да, хокмастер, иди сейчас епошку в дом. Так, а мод поменяйте, пусть воет, бьет, а ровист хилит. Да, это проще будет. И кого-то реально эльшамов инспектный, потому что, ну, я... Все, забей. Три эльшамов. Ладно. Нет, как бы хил есть, но, бляха... Все, помолчи, Калиласка. Ты кому вообще? Ты меня коляской назвал? Понял. Калиласка, дубина. Коляска, коляска, хорошо. Че у меня фул? Я могу, в принципе, на лече много не дам, поэтому, ну, я могу. Костя, не встречай. Уважаемые, мне в хиле оставаться или в сову? Давай в хиле. 600 дал, он же себя на замене. Че? Он уходит, или ты на замене? А, он уходит. Он, там есть новый пал какой-то. Дамару. Граждане, блять, я сова или я хил? Ты долбоёб. Блять, спасибо. Долбоёб. Блять, это был хорошо. Было хорошо. Там Афродакс рекуинт, наверное, этот есть. Макс, давай там мофы свои эти микрофоны. Слава, давай в ДД. Спекайся, Рома, хила. Амидамару, это что, это нормальный паладин? Он даст, ну, дэмэдж? Да дам я вам двадцатку, дам. Слава, дай лутера, пожалуйста. Ну и все тогда. Если он возьмет. Слышишь, Слава? Там вон пал Амидамару, он даст больше, чем я на лече. Возьми его. Ему ты именно, именно в леча ты даже больше, что чем маленький. Он дает в трэш. Ну ему вот как раз еще проходка. Ну, проходка-то нужна ему. Бабка на двое сказала. Тут надо смотреть. Ну, блин, посмотрите на меня, если не понравится, не понравлюсь, там, блядь, кикните. А ты тактику знаешь? Дело тактику нет. Знаю, у меня еще лок есть 259. Опа, ну и пал, конкурент. Ну, за место роги можно взять. А, да я в основном все время без гильдии играл, так в Адакондас заходил, они кроме ГМа вообще никуда не ходят. И все, я ливнул и как бы по пугам собираюсь, хожу. Ну, тактики знаю, там все ЛКшные, а вот БК... Ну, ты на личах... На личах хрен знаешь тактики? Ну, как бы, да. Сколько лет уже играю. Смотрите, духи, не духи, лужи, блядь. Типа, ну, просто... Че, он, еще один человек с проходкой будет. Ну, просто, да я просто итальянец, который вот залетел, и все. Ой, эй, мамбо, нахуй. Я так скажу, ничего так, Паул, ну, бляха, заряженный. Ну. Только если мили какого. Три роги. Уважаемый, я в сове. Ты в сове. Слава богу. Да, блядь. Да, ворот. Да, хорош, блядь. А Егот, уточни. Если ничего отсюда не надо по привору, то тебя заменят все. Он у тебя проводка-то есть. По привору-то он и не заберет. Топор. А, не заберет он по привору топор. А, не заберет. Там Вов Майлов, а, потому топор. Что заберет. А, ну все. Так ты спроси. Ты спроси у людей, кому еще топоры вот эти нужны всякие. Там Вов Майлову нужен топор. Ну, как обычно, диспел гамарнаунт и все. Леха на трэше, Юля на боссе. Все по старинке. Диспелит мордаунт. Леха на боссе. Не знаю, взяли бы этого человека, но проходка Вока была. Давай, сейчас времени остался еще раз.
Да, можешь только поактивнее, пожалуйста, выносить чему-то. Лёха на боссе, я правильно услышал? В чате. Лёха на трэше, Юля на боссе. Все, я понял. Ой, гашанчик. Я понял. ГЦ, Юля. Дай 10 припотиков, я тебе голдишу. Коль, камни, конечно. 10? Камень классный. Ну, сколько у тебя есть там? Давай. Давайте. Камень классный, Юля. О, бой, ты чё, дымажить хочешь? О, реально шрифт. Один этот. Камень убил. Камень нормальный вообще. Еще два таких нужно. Камень ебейший. Все, флотов убили. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Лёха, отдай Frost Hour. Гера нет. Гера 3 минуты когда дам. Ну тогда на вас фазе. Бежали? Двигаемся. Или бежали? Лут. На-на. На-на. Кто-то улетел. Падаем. Прыгайте с обрыва. О, Гер откатился. Вперед. Блядь. А вы переживали. Разбежавшись. Три шамана, много шаманов. Все, нет шаманов. Улетели. Разбежавшись, прыгнул со скалы нахуй. Вставалка есть у кого? Тебе вставалку заказать? Блять, тут Лёха, сука. Блять. Ну вот, охота переживал, что Гера не будет. Сильно переживал. Да. Там урги, мэдфок, канцелятор. Не могу пригласить члена другой группы. О, друид-инвалид есть. Опа. Короче, старая банда снова в сборе, да, что я понял. Там ДБМ прям орёт, блять, вам. Ловушка, бегите! А, и, короче, под ком ловушка, типа ДБМ сверху пишет. Изначально стали все одним компом под плащ плеча. Заорал ДБМ, пробежали, блядь. Клуб без баб. Чисто осуждаем. Одобряем. Обожаю. Да. Бар «Голубая устрица» — самое лучшее место в мире. Что с вами ясно, блядь. Мурдаун, да там скидка жесткая. Вообще-то скидка пожизненная, причем. 75%. Коктейли не только. На весь ассортимент. Ступай с миром. Рыбу поставишь сегодня? А мы банку с ним будем травить? Да, две джайны. Да, он, блядь, бежит еще. Давайте шкаф. Одновременно. Хотелось бы это... Мы разве взяли таксиста, чтобы он не таксовал? Эй, рублей 300 на таксу скинь, сейчас приеду хату смотреть. Стелсы и на будущее. Ты если отходишь срочно что-то, пиши. А то прям во время боя отдаем в тебя БР, блядь, ты съебалась куда-то. Подождите, рога выпала.
Я сказал, что 3/4 выпало. Ошибка, собственно, хорошо. 103/4 часть третья, да, да? У КРФ. Да я просто. А у как бы ты мало бил. Кстати. Блядь, так это. Проблемы дома. С ребенком с маленьким. Ну так все. Сейчас. Это кто говорит? Я же испугался. Это стелси было. Так, сейчас. 100/4 статья. Бля, ты что, пошел гуглить нахуй? Я его прописываю. Так, Конституция Гватемалы. Тинкаленко, Боди, Заломаныч, Терсминог, Асена, Притон, блядь, все сели пожрали, блядь. Вы не запустились еще? Не запускайтесь. Захожу. За это все время все пожрут, все сидят. Не... Рога вылет. Здесь он рога. У меня из-за патча вылетало, я патч удалил с папки, сейчас нормально запустила. Так, что давайте нам еще... Врей, блядь, сядь, пожри, нахуй. Я аж поел. Нам еще в РС купить учить. Ты плохо поел. Не пиздите, все. Пускай Слава говорит, Костя, уколи как-то. Рейсхейм, да. Ну, по плану. Киньте меня тряпкой. Иисусе, тряпка? Шлёпаю тряпка. Сколько ГП чешки с РС-ки? 50 РС. Чешки, РС-ки, сотка. Чешки. Ты чё, хочешь чешку на... Угу. На танка? Лёха решил все полутать. Ты что можешь? Нет, я решил хоть что-нибудь полутать. Это просто хоть что-нибудь полутай и все. Ну, шамана вообще. Лут убили. Нужны хасты чуть-чуть. Под плащ встали. Женя, просите. Перебежали. Снова под плащ встали. Сейчас будет чума с ловушкой. Перебежали. Тинкаленко, выноси. Так, пошел нахуй. Так, он походу это... Не флодить. На шатку еще улетел, да? Перебежали. Перед стол. Еще так же будет. Почему масло ухнет? Блять, оверхант выноси. Так, зюхи. По себе выноси. Понял, блять. Ну, Тинкаленко на ловушке сдох опять. Что-то обосрался. Захилите, захилите. Перебегаем, перебежаем, перебежали. Там близко стоят кто-то. К шаркающим чума слетит. Да, вижу, вижу, вижу. Подальше. Перебежали. Посипея, выносит. Так, ладно. МП-хан. Всё. Снова под плащ. Под боссом. Перебежали. Ну вот кто теперь есть. Перед. Давайте перед столбом. Линген, готовься, диспельтесь, если что. Перебежали. А продакс выноси. Да, Леха, что это? Рейд. Рейд ушла. Рейд ушла. В моба, походу. Ищите их. Нашел, да. Перебежали. Заражение прохиливаем. Лёха, шарка. Ремос. Аккуратно держи. Понял. Перебежали. База.
Под морду не встаньте. А танк отошли. Я первый на пулю. Рога, второй на пулю. Все, стою хилем. Дамажем. Все, я свободен. Ну давай. Так фильца в небес. Не лови тогда. Рога на пул, боишь? Слова хитканку вывалить на перефазе. Все хорошо. Хинкалинку не поднимаю. Вот убили по сферам игра. Дух выходит. Секунда. Фаза 2 секунды. На сферу не бежим, набейте сферу. Все, отлично. Под морду духа только не забегите. Да. Все. Под плащ стали или че? Дрожжение похилили. Сейчас вальки. Стороны с валькам. Дальняя лок или кто это? Да, так, да, флот да, убит. Осквернение. Разбежались в подвале. На сцене. Глубже не заходим. Осквернение вышли. На портал идем. На портал сейчас. Одним кемпом станьте. Мурлокос, блядь. Осквернение 7 секунд. 5 секунд. Выбегать уже надо. Осквернение. А мы играем. Дайте стан по трусам. По трусам. Захильте при это осквернение. Заражение. Бафом дайте пул. Осквернение отрезали. Осквернение разбежались в центр, не налейте, блядь. Заражение захильте. Блядь, магов там всяких разных. Вальки. Центр лича. Кто-то херово дефайл разве. По валькам ага. Таннер, да. Дрожение. Осквернение 5 секунд. Осквернение с подвала ушли. Мурлокос. А танк. О, аккуратно, аккуратно. Бля. Выбегай, вот выбегай сразу. На, в центр и на портал. Выбежали. Осквернение разбежались, мелик. Подвалик только не нанеси. Ебать! Так. Бля, прям в осквернение пошло. Прохильте. Блять, ким дам на хп. Бать. Блять, я уже не дал. Пиздец. Здесь падаем. Пиздец, такой пул нормальный был. Ребята, нельзя было, блять, встать нахуй в сторону портала, нахуй, а не в осквернение. Блять, три, не три. А замена есть? Охуенно, у меня забагалось, это я не могу встать, блять. Ого, Света 23 дал, нормально так. Кто 23 дал? А вот секрет. Да я вообще охуел, сколько сейчас я выдал на лечение, никогда столько ДПС не дал. Не, на лечение, блять, вообще лимо. Что делать, если встать не можешь? Хули ты шоком и поливаешь, бегаешь и поливаешь шоком.
Я, по-моему, у Кусаки еще урон.